современном мире мало кто может представить свое существование без холодильника, утюга, телевизора или стиральной машины. Благодаря этим электронным помощникам наша жизнь перешла на качественно новый уровень. Однако, отслужив свой срок, техника нуждается в замене. Вопрос, а чем заменить, как правило, не возникает. А вот куда деть старую бытовую технику, обязательно встает. В нашем городе решить эту проблему уже можно по телефону. Специализированная служба открытого акционерного общества «Брест», вычислительная техника, информатика придет к любому желающему избавиться от ненужной техники. Добрый день, Брест ВТИ. Такую услугу сотрудники предприятия оказывают всего месяц. Однако за это время уже сотни ненужных элементов бытовой техники были разобраны на отдельные части и отправлены на переработку. Вопрос не только экономический, что ли, то есть собрать у населения вышедшую из строя технику, но здесь вопрос в том числе и экологический. То есть произвести такую экологическую акцию по очистке дворов, подъездов, и причем не только в городах, но и в сельской местности. Вы знаете, в деревнях или в поселках, куда и как население отгружает или выбрасывает эту технику. Мы выделяем из этого телевизора медь, алюминий, цветные металлы, черные металлы, саморама, например. Телевизора, там содержатся черные металлы, а в платах содержатся драгоценные металлы. Мы все это разделяем по фракциям. Далее мы сортируем все это и отправляем далее на утилизацию. Что в чермет, что в цветмет, что дальше в недрагмет. Это драгоценные металлы. Золото, платина, серебро. Каждый день сотрудники предприятия бывают порядка на 7 вызовах. Их маршрут пролегает по всей области. По словам работников, старой техники в гаражах, на дачах и сараях больше, чем можно представить. Люди копят нажитое временем добро. Ведь выбрасывать в мусорные баки, вывозить на свалки старую бытовую технику нельзя. В противном случае так не идеальная экология потерпит еще больший удар. Холодильник 66-го года. Вот такие холодильники делали в советские времена. И он работает до сих пор. Только мне сын купил новый, и мне теперь этот не нужен. И он никому не нужен, кому я не предлагала на дачу там. Никому не нужно. Работы у сотрудников в Брест, вычислительная техника, информатика, хоть отбавляй. Нажитого годами добра еще больше. Люди узнают о данной услуге и торопятся освободить забитое вышедшими из строя вещами помещение. Ведь желающих сохранить экологию много, к счастью, их поддерживают. Если вы относитесь к числу борцов за экологию, а также не знаете, куда отправить сломавшуюся микроволновку, звоните по номерам телефона 80 162 97 40 81, а также 46 16 45.